Дорогие друзья, дорогие гости канала «Вязаные истории», всем огромный привет! Я вам говорю добро пожаловать! И сегодня я хочу поделиться с вами своими эмоциями. До этого у меня не было возможности, не было даже откровенно момента желания после слов негатива, которое я получила. Потому что многие писали о том, что я тихо говорю, мне в Германии запрещают громко говорить. Да, в Германии не стоит орать. И не только в Германии, в любой стране нужно себя вести адекватно и оставаться всегда человеком. Но сегодня о позитиве. Мне прислала Олечка посылочку. И я хочу с вами поделиться этой эмоцией, конечно же. И постараюсь завтра выложить вторую посылочку, которая мне пришла. Потому что сегодня у меня еще и третья пришла посылочка. Поэтому я вам все это покажу, все расскажу. Но по порядку. Спасибо всем за внимание и понимание. До скорых встреч и приятного просмотра. Друзья, всем привет! Вы на канале «Вязаные истории». И сегодня я хочу с вами поделиться своими позитивными эмоциями. Благодаря Олечке. Оля мне прислала посылочку. У нее есть канал на YouTube. Я, конечно же, оставлю ссылочку на канал Олечки. Мы с ней познакомились в одном из совместных проектов. И когда она узнала, что я живу в Германии, она предложила мне прислать пряжу. За что ей огромнейшее спасибо. Смотрите, какая красивая коробочка. Розовенькая. Там наш адрес. Я, конечно, показывать не буду. Я ее еще не скрывала. Сори, что с таким ножом. Но у меня других вариантов нет. Аккуратненько сейчас попытаюсь вскрыть. Я за ней ездила сегодня в другой город, потому что мне подвезли девчонки, с которыми я жила в семье. Именно туда прислала Оля эту посылку. Какая тут красота. Боже. Оля мне говорит, я очень надеюсь, что тебе понравится, что я тебе прислала. Девочки, я уверена, что мне понравится, потому что пряжа не может мне нравиться. Я любой пряжи довольна. Говорю, как есть. Я спокойно отношусь и к синтетическим составам, и к натуральным. Конечно. Боже. Боже, какая прелесть. Так, так, так. А цвета, боже, Оля. Это просто супер. Вот так она выглядит. Это прелесть. Так, это огромнейший пакет сладкого подарка для моего сына. Он это любит. И я так приступаю за шуршание. Здесь они разные виды. Мы попробуем. Спасибо огромное. Игорь будет доволен. Какой цвет у него. Так, еще пакет сладостей. Здесь же была Пасха. Вот такие сладости. Это Милка. Вкусная Милка. Игорь вот тоже с удовольствием поест. Сладости. Следующее. Анлизе Ангора Рейл 40. Два моточка. Посмотрите, какого шикарного цвета. Я недавно где-то листала и увидела Анлизе, только не Ангору, а, наверное, какую-то другую состав, но тоже с пушистиком. Такая, думаю, как жалко, в Германии я не найду такую пряжу. Нет, неправда. Оля, спасибо тебе. Здесь 60% акрила и 40% шерсти. Обалдеть, супер. Если я не ошибаюсь, здесь 480 метров, можно на какую-нибудь себе пучку замутить. Так, так, так. Обалденный цвет. Мой любимый. Оля, спасибо. Чтобы не коверкать, вам, наверное, зеркально отображается, да? Ну да, потому что я на фронтальную камеру снимаю, чтобы себя видеть. Ice Yarns написано. Wool Fine 30. Сейчас попытаюсь отковырять. 30% шерсти и 70% акрила. И это, наверное, 50-граммовый моточек. Нет, это 100 грамм. Это 100 грамм. 350 метров на спице номер 3. Вау, так этого... Ух ты, блин. Здесь их много, таких моточков. Вот это вот весь ряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь моточков. Это на что-то такое большое. Реально мне хватит. Супер. Я сейчас потом, да, сразу же переложу в бокс. Классный.
Потому что я же говорила, что я вяжу. Поэтому пока. А это что? Вау, 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 вау. Это носочная пряжа. Здесь. Вау, да тут еще и спицы внутри. Просто супер. Девочки, это набор носочной пряжи. Здесь получается 4 мотка по 50 грамм, 210 метров. Вязать на спицах 2,5. 75% шурволь, супервош. Классикчес. Вау, просто. 25% полиамида. Яд Germany. Это германская пряжа. И здесь... Извините. Что хочу цвет вам поближе показать. Боже, это, я так понимаю, на две пары носков. Супер. Мне будет однозначно, чем заняться. Олечка, я тебе очень благодарна. Очень мне нравится, честно, откровенно. Боже, какая прелесть, девочки. Она такая мягкая. У меня лицо красное. Вот. Такая красота. И вот такой цвет. И здесь еще что-то есть. Подождите. Вот еще по два моточка. Вот еще один моточек. И еще один моточек. Я буду тут пряжная королева. И спицы. 5 штучек. Как раз для пары носков. Супер вообще. То есть купил набор и вяжи. Здесь есть размерный ряд. Сколько набирать петель, на какой размер. Так вот. Вот это вот все есть. Ну, и описание, наверное, как вязать классическую пару носков. Ну, здесь все на немецком. А я в нем пока не сильна. Учу, но очень долго и туго. Ну что ж, я сейчас отключусь и переключусь, покажу вам боксы, которые я буду складывать свои. Вот таких два бокса мне девчонки подарили на день рождения. Они сначала искали такие боксы, которые... не прозрачные, а светлые. Потом, которые темные, ну, не видно ничего. Но я говорила о том, что я очень хочу себе такие прозрачные боксы, чтобы когда ты положил пряжу, вот так вот, да, я могла видеть, ага, в этом боксе вот такая пряжа. В общем, я очень счастлива и подарочком. Олечка, огромнейшее тебе спасибо. Олечка, огромнейшее тебе спасибо за посылочку, за положительные эмоции, как мне, так и моему мальчику, потому что сладостями он точно будет доволен. Сейчас он вернется со школы, и я ему обязательно их верну. Спасибо вам огромное всем за поддержку и за добрые и теплые слова, за понимание. До скорых встреч! Если же вам интересно, какая посылка мне пришла еще и от кого? От прекраснейшего человека, могу заранее сказать. И я от нее получала эту посылку даже в Украине. Человек тоже живет в Германии. И я хочу ей сказать огромнейшее спасибо еще раз. Потому что я сняла распаковку, именно открывала на камеру все это. А пока показываю вам. Ну и об этом уже будет завтра. До скорых встреч!